Антикоррупционщики проверят работу нацкомпании «Казахстан Теміржола». В мониторинговую группу войдут общественники, представители госорганов и другие заинтересованные лица. Они изучат причины и условия совершения коррупционных преступлений на ЖД-транспорте и внутри нацкомпании. Информацию о подобных фактах можно направлять на электронную почту, которую сейчас вы видите на экране. Кроме того, звонить можно на горячую линию «Антикора» 1424. Телефон работает круглосуточно.